Дорогие друзья, дорогие учителя России, привет всем из Алферовского лицея Санкт-Петербурга. И я хочу сказать вот что. Мы затеяли большой опрос о положении учителя в современных условиях. И опрос этот, у нас появился шанс распространить через органы образовательной власти. Этот шанс у нас появился в городе Иркутск. Может быть, он у нас появится и в других городах. И в этом случае, естественно, он будет доноситься в стандартной форме нашей российской образовательной бюрократии, типа к такому-то числу всем до единого заполнить, а иначе по шапке и так далее. Я просто вас очень прошу, не обращайте на это внимания, если можно, потому что нам очень важно, чтобы было как можно больше анкет об истинном положении учителя сегодня. То есть не заполняйте его, как это сказать, на отшибись, как говорится. Да, вот это не надо ни в коем случае. Заполняйте по-настоящему на совесть, как если бы лично я вас это попросил. И, ну, просто простите, как бы у нас система образовательная такая, как она есть, да, как, и по-другому у нас ничего не происходит, только как бы сверху и только в директивном порядке. Если мы получим много заполненных анкет, если у нас будет действительно большая база информации о том, что происходит в учительском сообществе, мы это понесем наверх. Я лично напишу докладную записку, да, и понесу ее на самые, так сказать, самые высокие инстанции. Поэтому помогите нам, давайте соберем эту информацию, и, Господи, дай Бог, чтобы ситуация стала меняться к лучшему, чтобы у вас и зарплата стала, в конце концов, нормальной, и загрузка стала не 36 часов, а 18 часов в неделю, ну и как бы вот бессмысленных каких-то заполнений бумажек и всего там тоже стало меньше, да. Я, по крайней мере, приложу к этому все усилия, и все мои соратники тоже. У нас команда, родная школа, вот, просит вас заполнить эту анкету. Спасибо большое за внимание, еще раз привет всем, пошел читать лекцию.